Вообще мне Маринка позвонила, ну, позвала пойти погулять. Я схожу с ним, погуляем. М? Как Буршина, что ли, погулять? Я понять не могу. Да нет, просто пойдем погуляем маленечко. Сиди давай дома, вас после прошлого раза до сих пор вон разыскивают. В Рубцовске две выпившие девушки напали на ларек с шаурмой. Инцидент произошел еще 8 октября, но злоумышленниц до сих пор разыскивают. Логин, нас же завтра с тобой день рождения пригласили с Настенькой. А кто? У Иркиной дочки день рождения, ей 7 лет. Сказала, приходите в костюмах, день рождения будет в стиле Золушка. Это что получается, ее оставят убираться дома, а мы отправимся в ресторан на бал с гостями? Дорогая, я да? хочу сделать тебе подарок. Я хочу подарить тебе настоящую игрушку для взрослых. О-о-о. И ты сможешь ей пользоваться тогда, когда захочешь. Да? Тебе больше не придется бегать по подружкам по твоим. Ура! Это то, я что я думаю. Настоящий японский тонометр. Держи. А, тонометр? Ну, спасибо. Ну, да. Буду играть, спасибо. Он автоматически там все сам делает. Угу. Я же его и хотела, спасибо. Ну, я так и знал. Спасибо. Не надо, зачем? Зачем ты это делаешь? Не делай этого, не надо, нет, зачем? Кирилл, что ты там, ужастики смотришь, что ли? Да Лехе на свадьбу смотрел. А что там не так-то? Да нахрена я кинулся тогда ловить этот букет невесты? Как? Если бы не этот букет, мы бы с тобой никогда ведь не познакомились. Так вот и я об этом. О, алло? А, добрый день. Да, здравствуйте. А Геннадий Геннадьевич? Да, он сам нас слушает. А, мы вас поздравляем. Вы можете приводить вашего сына к нам в садик. Ваша очередь подошла. Ну, вы знаете, я вообще-то своего сына уже вчера в армию проводил. А, да? Ну да, пока вас дождешься уже. Все, до свидания. Всего доброго. А где моя сладкая зайка? Я здесь. Ты злобный кролик. А, вот она, нежная зайка. О, какая хорошая зайка. Кен, что ты сидишь-то? Забыл, что ли, нас в гости пригласили? За машиной иди, что сидишь? Забыл, слушай, точно. К Маринке с ловкостью поедем. Да, давай иди за машинкой, сегодня ты за рулем, ты помнишь? А что я-то был сразу? Да, потому что я в тот раз была, как что. Договорились же. По очереди. Блин, ну Вова приезжает с вахты раз в месяц. И я приеду и буду сидеть, что ли, так смотреть на него, как он пьет. Ген, ну мы видится. Договорились, все, я ничего не знаю. Либо давай спорить тогда. Выиграешь спор, поеду я. Не выиграешь, ты поедешь. А как мы спорить-то будем? Ну давай я тебе сейчас отварю 20 пельменей, за минуту съедаешь, значит поеду я. Не успеваешь, поедешь ты. Ну давай, я как раз голодный, есть хочу. Ну вот давай. И отлично. Все. Давай готовь. Так, раз, два, три, время пошло. Один. Угу. И осталось у нас 10 секунд. Это у нас 17-й. Погоди. Чего? Да тут получается 19 всего. Да ты что? Ну? 19. Ну, значит, ты проиграл, Гена, все. Да как так-то? Ну, а как? Договаривались на 20 пельменей. Как нечестно вообще. Да и вообще это были не пельмени, а вареники. Ты еще меня специально, что ли, разбирал? Ну, шутка такая. Ладно, я уже даю эти вареники. Кушай. Да просто там в морозилке осталось маленько пельменей, вареников, точнее. Не выбрасывать же. Ты уже в срок годности закончился. Кушай. Че? Ты че сразу-то не сказала? Ах!
Фу, блин. Ну что, доедать-то будешь, там еще один остался. Иди в больницу вареником, блин. Да ладно, собирайся, нас с тобой с ночевку пригласили, так что оба посидим сегодня, отдохнем. Ты что, охренела, что ли? Что, сразу, что ли, не могла сказать? Ну что, дорогая, есть что-нибудь покушать у нас? Да, конечно, а ты руки-то помыл? Ну, конечно, помыл, чистые. Ну, тогда садись. Ну, давай. Давай. Приятного аппетита. На вид вроде неплохо, спасибо. Угу. Ну что, вкусненько? Вкусно? Да. Как вкусно, это жрать невозможно, я же пересолила. Ну я тебя не хотел обидеть. О, ты меня обманываешь? Ты мне говоришь неправду? Как ты можешь? Хватит уже, сколько? 10. Ну как 10? Я тебе вчера давал 5. Ну вчера я делал маникюрчик. А сегодня что? А сегодня я хочу сделать пилинг всего тела. А что такое пилинг? Ну, это когда старую кожу снимают, и появляется новая, красивая, молодая. Я думал, у змей кожа сама обновляется. Ты чё? Давай, бери, делай свой пилинг. Спасибо. Чё, тебе еды-то нормально принести, вкусный? Ты что, совсем что ли? У нас еще вкусная еда была нормальная. О, привет. Ты что такое-то вообще? Че? Что тут происходит-то? Какой-то лупус, погром какой-то. Нас что, ворвали что ли? Да ты успокойся, сядь, давай, отдохни. Вон, ты выпей там. Да что, я с работы, иду с работы. Стоит в наших дверях, ковыряется какой-то мужик. Я ему говорю, ты что, вор что ли? Он говорит, я говорю, и что ты тут собрался воровать? У меня ни хрена нет здесь. Ну ладно, короче, он говорит, он молчит, смотрит на меня своими глазенками. Я ему говорю, окей, я знаю точно, что у моего мужа где-то в хате есть стопудово заначка. И если ты ее сейчас найдешь, мы с тобой ее поделим пополам. И что, он нашел, что ли, нет? Да. Точно что-то, да? Ой, Геночка, привет, любименький. Привет. Вот, покажи подарочек овца. В смысле овца? Ты что так разговариваешь? Держи подарок, там твои любимые духи и курица. Ты чё? Чё? Чё лепишь-то? Ты сама говорила, тебе важны не слова, а действия. Держи, радуйся. Да, привет. Что делаешь? Я так по тебе скучаю, мне так одиноко. Я уже жду не дождусь, когда мы с тобой встретимся, ты меня обнимешь. А ты что делаешь? А я сухарики ем. И все? Ну еще мандаринку. Иди ты в жопу, Гена. Какой лещик. Какой вкусненький. Алло? Добрый день, вы нашли мой телефон? Ну да, вы на него звоните. Как здорово, он мне так сильно нужен. Я выплачу вам вознаграждение обязательно. Верните мне его, пожалуйста. У вас там, наверное, какая-то важная информация? Или, может быть, пикантные фоточки какие-то, или даже видео? Мне он для работы очень сильно нужен. Понимаете, я веду курс анонимных алкоголиков. И там сотни, тысячи моих клиентов. И им нужна помощь срочно, пожалуйста. Вот это мне фартануло. У меня, похоже, появится скоро много-много новых друзей. Алло! Ах,
Ну что, друзья, будущие мои, давайте за вас. Так, кто у нас там первый будет по очереди? Иван Иванович. Ага. Иван Иванович, добрый день. Ой, мужчина, вы бы на эту лавочку не садились. А чего это? Так я вчера здесь сидела, у меня сумка исчезла. А это фигня все вообще, что вы говорите? Да. Я что-то не понял, где кепка-то куда делась? Сумка-то куда делась? Блин. Это что такое, девушка? Что тут происходит-то? Да бегите уже быстрее отсюда! Ой, девушка, извините меня, пожалуйста, дай бог, ничего не подумайте. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени? Ну что вы ко мне пристаете, а? Ну просто нельзя в парке погулять, девушки, отдохнуть. Ой, маньяк, пошли давай, господи. Сначала в красно-белый зайдем, потом ко мне, понял? А шампусика купим? Купим. Ура, классно, я люблю. Уген, а ты что один-то? Где малыш-то? Да малыш там. В смысле там? Один что ли? Да с мамой, почему один-то? Как с мамой? Ты что, маму оставила с малышом? Я попросил ее подержать. Ты сумасшедший что ли? Мама! Ой, мужчина, что? А давайте с вами пройдемся, пойдем? А я на сегодня уже прошелся. В смысле прошлись? Да я норму свою сделал, 10 тысяч шагов. Все. Так что извините, в следующий раз. Че, любименький, устал на работе? Слушай, вообще умотался так? У тебя вот самой-то как делишки, да? Да как, утром встала и решила прибраться. Полы помыла, белье погладила, пыль протерла, шторы побрила, кота связала. Цветы покрасила. Сосед приходил. Тебе изменила с ним. Вот на этом диванчике прям. Угу. О, белье постиралось. Пойду развешаю. А что там брило-то у кого, я не понял? А сосед зачем приходил? Да ничего, кушай, любименький. Да, походу, опять какую-то пробу несешь у меня. Дорогая, такая вкусная курочка. А что-нибудь еще есть покушать вкусненькое? Да, сейчас чаечек будет с пирожками, с грибочками. Молодец, пирожки напекла. Да это не я напекла, это наша соседка приходила, баба Нюра, угостила нас. Я эти пирожки есть не буду, ты что, ты не ешь. А что это? Да мне вон Витька с третьего этажа рассказывала. Че? Она... Баба Нюра-то угостила его грибочками, но он их поел вечером на ужин. И чё? А потом всю ночь помогал детям домашнюю работу делать. Ну и чё? А то, что у Витьки-то детей отродясь не было. Ну вот так вот, представляешь? Где там эта баба Нюра-то грибочки собирает, непонятно. Ой, дорогая, привет. Привет, любименький. Я тут наработался, вам все что-нибудь покушать? Конечно, весь день готовила. Борщик сделала, котлетки с пюрешкой. Да. А компот? И компотик, конечно. Здорово. Давай ручки мой. Сейчас я... Давай, скорее. Привет, дорогая. Привет. Чего-то я так умотался на работе и жрать хочу, прям как Бобик. Есть что-нибудь покушать-то? В смысле, а что, ты на работе не поел? Нет, не поел, представляешь? Надо было поесть. Ой, любимая, я так хорошо покушал. Пойду-ка я немножко покемарю. Давай, иди. А я пока журнал почитаю, здоровье. Слушай, почитай мне его вслух? Я так, может быть, быстрее усну. Ну, давай. Ой. Так, спать на левом боку вредно для сердца. Кто-кто-кто? Спать на правом боку вредно для печени. Спать на животе вредно для кишечника. Спать на спине вредно для легких. Журнал здоровья желает приятных снов. Ой, какой тут приятный сон. Блин, пойду что ли пожру. А ты будешь? Угу. Пойду.
Кошечки мой, Геночка, любименький, пылесосит. Как он старается, молодец. Интересно, когда он поймет, что я ему пылесос отключила? Will, не понял? Ой-ой-ой, стал догадываться. Прошло 5 минут уже. Что-то не понял, а что не тянет? Ло-ло-ло. Ой. Ой. За что такое, я не понял? Ну ты наконец выключил пылесос. Я полчаса пылесошу, стараюсь, главное. И такое непонять не могу. Что там у меня мусор не втягивается? Ну я пошутила. Ну такая классная шутка. Блин, стоишь полчаса с этим, со шнуром. Я бы уже всю квартиру бы испылесосил. Я, блин, пылесошу 10 полчаса эту одну комнату. Давай включай, иди уже. Ты, блин, со своим детоком уже совсем чеканулась там. Тебе вот там лайки, там эти хер-лайки, блин. А мне надо порядок соблюдать. Все, не надо. Ну вот мы и подошли. Вот это ваш дом, вам туда. Да, спасибо вам большое. Я бы без вас его вообще бы никогда не нашла. Да что вы. Да. Вот вам знак благодарности, шоколадка. Вы мне очень помогли. Ой, спасибо. Только я ее дома съем. Почему? Ну потому что я хочу проснуться в своей квартире, а не как в прошлый раз. А как в прошлый раз? А представляете, в прошлый раз я проснулся непонятно где, непонятно с кем, да еще и без одежды. А может, все-таки съешь шоколадку? Ну, не знаю, даже вы такая симпатичная. Рискнуть, ну, что ли? Давай. Эх, ладно, была не была. Ой, привет, любименький. Ну что, как прошла встреча выпускников? Привет. Да никак. Что такое? Как там ребята? Как там Санек-то? Да Санька Гондон, депутат. Ого, а Витек чего? А Витек Гондон в банке работает. Прикольно. А Мишка чё? А Мишка Гондон бизнесмен. Ух ты, какие они молодцы. А ты когда Гондоном-то у меня станешь? Не знаю. Не знаю, когда стану. А у тебя сегодня как дела? Ты чем занималась-то? Ой, я сегодня вообще такая молодец. Я сегодня денежку нам заработала. Чё, опять мои голые фотки в интернете продавала, что ли? Да нет. Чё, свои, что ли? Да нет, ну как, а как сказать, что не так, что заработала, сэкономила большую сумму. Ух ты. Ага, у меня, значит, у машины сегодня колеса сдуло. Да ты чё? Ну, я приехала в автомастерскую, говорю, ну вот так и так, они говорят, 10 тысяч. Я говорю, ну что, обалдели совсем, что ли? Ну. Вот. Я говорю, у меня колеса было не полностью уже, только снизу надо накачать. Ну, они поржали такие. Такие, ну ладно, говорит, сделаем тебе скидку. Вот. И прикинь, 50%. Я вместо 10,5 только заплатила. Прикинь, какая я молодец, да? Какая ты вообще молодец, умница просто. Угу. Дай я тебе поцелую. А нас покушать-то есть что-нибудь? Только ты на встрече выпускников не покушал, что ли? Да нет, представляешь, эти гондоны выбрали самый дорогой ресторан, где мне только на минеральную воду и хватило, весь вечер я пил. Бедненький. Ну сейчас подогреешь что-нибудь. Ладно, я пока в туалет схожу. Угу. Так, а зарядка моя вот, ага, все, давай. Я быстро сейчас. Давай, пока. Угу. Опять какую-то хрень нарисовал художник. Ген, ну что ты скоро? Нет, я уже в туалет хочу. Что там пропал-то где-то? Да иду я, иду. Господи, что с тобой? Ноги отсидел. Ну ползи, ползи. Фу, блин, не могу уже. Блин, а что тут ничего нет? И что, все пусто-то? Где поесть-то? Так я всю холодильник убрала, ты целый час сидел в туалете. А, ну сейчас-то посмотрю. Фу, пойду котика лучше покормлю, пусть порадуется. Котик, сжимай, кис-кис-кис-кис-кис, иди сюда, миленький.